Дальше варк луфикум в 59-м аяте. Имам Багави говорит, каули уталя, слова Всевышнего Аллаха. Я юлядина аману аты Аллаху ва аты у Расулева улиль амри минкум. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. Я айюха лязина аману атиу Аллаха ва атиу Расуля ва улиль амри минкум. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Имам Багави говорит, «Вахталифу фи уль амр». Среди ученых было разногласие, кто подразумевается под обладающим влиянием. قال ابن عباس وجابر عبد الله بن عباس جابر رضي الله عنهم говорили هم الفقهاء والعلماء تفقيهي и ученые. الذين يعلمون الناس معالم دينهم, те, которые обучают людей религии. وهو قول الحسن, это слова حسن والضحاك ومجاهد, также слова حسن مجاهد и ضحاك. ودليل قول تعالى слова все доводом тому они привели довод слова Всевышнего Аллаха спонтанно. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم, если бы они обратились с этим, то есть какой-то, услышав какую-то весть, Всевышний Аллах сказал, и когда они, до них дойдет весть какая-то о безопасности или опасности, он начинает об этом везде говорить, уля руду, уля Аллаху, уля Расуль, если бы они вернули это к Аллаху и его посланнику, ва иля улиль амри минхум, и обладателям влияния среди них, ля алиму лявина истамбитунаху минхум, то поняли бы, или же узнали бы те, которые могут исследовать эти вопросы, то есть как правильно поступить в этой ситуации. Вакали Абу Хурайра же сказал, гуму люмара валь гуля. Это правителя, правителя. Вакали Алибну Абиталиб, Алибну Абиталиб, брат, сказал, хакку аля лимами ан яхкума бимазалла. Является обязанностью любого правителя судить в соответствии, или же управлять в соответствии с законами, которые ниспослал Всевышний Аллах. Уэддиль амана. И выполнять, то есть тот аманат, ту обязанность, которая на него возложена. Если он это делает, то является обязательным для подчиненных, чтобы они слушались и подчинялись. Также некоторые говорят, что здесь имеется в виду умарау сарай, то есть подчиняясь представителю власти среди вас или влияния, это те командиры отрядов, которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям посылал в военные походы. Вакали Акрима, Акрима сказал, арада би уль амр, под обладателем власти подразумевается Абу Бакр Умар ради Аллаху. Абу Бакр Умар. Эти тафсиры баракаллаху фикум, во-первых, один другому не противоречат. Один другому не противоречат. И все это как примеры. Самое главное, баракаллаху фикум, чтобы мы понимали, что это подразумевается ученый или же правителя. Будь это правители, то есть общие правители, или же правители, баракаллаху фикум, как мы видели, то есть правитель, допустим, скажем, есть президент страны, король, и он ставит правителя в каждой области и так далее и тому подобное, баракаллаху фикум. Или же правители, командиры военных отрядов и так далее и тому подобное. Во-первых, баракаллаху фикум, самые важные пользы из этого аята, братья, выводится то, что религия ислам, братья, это религия порядка, а не анархии. И, к сожалению, братья, для многих из нас уверовать в этот момент является очень-очень тяжелым. Вот как арабам тяжело от алкоголя было отказаться. Поэтому Всевышний Аллах потихонечку запрещал им алкоголь. А еще Радаллах даже сказал, если бы первое, что не спасал Всевышний Аллах, было бы не пейте вино, то никто из арабов бы не принял ислам. Вот точно так же вопрос веры в то, что мы обязаны подчиняться нашим правителям, для нас, русскоязычных, на постсоветском пространстве мусульман, этот вопрос для души нереально тяжелый. И поэтому большинство просто-напросто не хотят в это верить, валяясь, хоть это страшным явлением является. Они думают, что баракаллаху фикум подчиняться правителю, это если у тебя правитель, многие мусульмане, может быть, даже об этом вслух не говорят, но у них такие убеждения, чтобы у тебя правитель был Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, только такому правителю можно подчиняться. А почему я говорю баракаллаху фикум, что они не будут подчиняться даже Абу Бакру, Умру, Усману, Али? Потому что, брат, баракаллаху фикум, люди были недовольны этими халифами. Усмана радиаллаху убили, Али радиаллаху убили, кто убили? Пришли какие-нибудь
Огнепоклонники, что ли? Нет, его убили те, кто называл себя османом, те, кто называли себя мусульман, не были довольны его правлением. Али Радуаллаху убили ему те, кто называл себя мусульман, не были довольны управлением. Братья, люди не были довольны Усманом и Али. Вы хотите, чтобы в наше время люди были довольны нашими правителями современными? Никогда не довольны не будут. Тем более, почему я говорю, особенно наши на постсоветском, потому что основа в наших народах это бунтарство. Основа в наших народах бунтарство. В нескольких поколениях. Вспомните, баракаллаху фикум, начиная с 17-го года, революция. Вот ваши прабабушки, прадедушки, потом их дети. Поэтому наш народ на постсоветском пространстве может в порядке держать только, братья, сила. Только сила. Вот когда человек вот под угрозами. Поэтому наш народ, революционеры, и вот Аллах Субхану Аталию послал им Сталина и Берия. А иначе они бы сделали бы еще одну революцию. Как мы это видим в наше время, в многих странах сделали революцию, привели правитель. Не понравился, опять сделали революцию. Сейчас же так происходит. Вот мы же вообще сейчас являемся свидетелями, что во многих странах революция это как каждый год, через два, через три. Так же. И вот Аллах Субхану, вот вы сделали революцию в Советском Союзе, вот Аллах вам поставил Берия и Сталина, от которых вы, как говорится, дрожали, спать спокойно не могли, есть спокойно не могли. И вот в нашем постсоветском пространстве, и когда исчезли, вот были вот такие Берия, Сталин, Хрущев, третий, четвертый, вот все были такие. И когда вот пришел Горбачев, в котором не было этой жесткости и так далее и тому подобное, опять сделали что? Революцию. Так же? Опять сделали революцию. И от того, что сейчас в некоторых республиках сильные правители, с духом правители, у вас не получается сделать. А там, где без духа, там вы быстро-быстро делаете революцию. Потому что это заложено в наших народах. Братья, религия ислам, как мы говорим в этом аяте, указание, то, что религия ислам это религия порядка, а не анархии. Поэтому даже если вы люди выходят в путь, да, ты когда в городе живешь, у тебя есть правитель, президент, у тебя есть, допустим, например, губернатор, у тебя есть, например, у нас это называется Аким и так далее и тому подобное в наших республиках. Даже если ты в путь выходишь где-то в горах, где нету людей, не знаю, в пустыне, и то религия ислам тебе приказывает, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если выходят двое в путь, один из них должен поставить другого над собой правителем и подчиняться ему во всех тех вопросах, которые связаны с вопросами пути, их выхода в пути. Обязанный баракаллаху фикум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, внутри дома, когда мы даже внутри дома закрываем за собой двери в квартире, сказал, каждый из вас рай ответственный. Каждый будет спросен за то, каждый из вас является пастырем, и каждый будет спрошен за свою паству. Поэтому религия ислам, братья, религия порядка. И я прямо больше, чем уверен, на 100% уверен, баракаллаху фикум, даже малейшего у меня сомнений нет, что если в наше время Абу Бакр радиаллаху пришел бы и начал бы править, у нас бы мусульмане были бы недовольны, революцию бы делали. И воровали бы газ, и воровали бы свет, и то, и все бы воровали. Понимаете? Насаллаху аляфу аляфи. Потому что у нас люди, насаллаху аляфу аляфи, не придерживаются ислама так, как положено. Так, как положено. Очень больно и очень обидно, что многие из тех, кто называет себя мусульманами и совершает молитву и держит уразу, в вопросе этом баракаллаху фикум относится очень халатно и не подчиняется своим правителям. Приказы, братья, правителя не выходят за рамки трех вещей, говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин. Либо тебе правитель приказывает то, что приказал Всевышний Аллах, например, тебе правитель говорит, например, давать азан. Приказал, чтобы во всех мечетях давали азан. Подчиняясь правителю, на самом деле ты подчиняешься Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, правильно же? Поэтому ты выполняешь приказ Аллаха, то есть приказ правителя, ты выполняя приказ правителя в этом вопросе, ты уже выполняешь приказ Уатиулла, подчиняйся Аллаху, Уатиул Расуле, подчиняйся пророку. Второй баракаллаху фикум, если приказывает правитель то, что запретил Аллах и его посланник саллаллаху алейхи ва саллям, вот тут правителю подчинения нет. В этом вопросе правителю подчинения нет. То есть, если тебе, допустим, правитель прикажет, как пришло в истории с подвижником пророк саллаллаху послал военный отряд, и командир этого отряда сказал, вам же приказано не подчиняться, собирайте дрова. Они собрали дрова, разожгли большой огонь и сказал, прыгайте в этот огонь. И они засомневались. Ну, умирать же никто не хочет. И пришли и рассказали об этом пророк саллаллаху. Пророк саллаллаху сказал, если бы они прыгнули, навечно бы там и остались. Поистине, подчинение только в том, что не противоречит шариату.
Поэтому если тебе правитель прикажет прыгать в огонь, не прыгай в огонь. И третье, баракаллаху фикум, приказывает то, что не приказал Аллах и не запретил Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Вот в этом ты обязан подчиняться правителям. Потому что, братья, баракаллаху фикум, правитель, когда выносит какие-то постановления, он это делает из вопроса пользы и вреда. Например, как правила дорожного движения. Нет уже в Коране и в Сунне упоминания о правилах дорожного движения, правильно же? И правитель тебе приказывает, ты обязан подчиняться. Потому что правитель, когда тебя обязал этому, он сделает, используя вреда. Кто-то говорит, баракаллаху фикум, хорошо. А я не вижу в этом пользы. Или я вижу в этом вред. Кто-то скажет. Мы говорим, баракаллаху фикум, вот в этом и есть суть аята. Ва улиль амри минкум. И подчиняйтесь кому? Обладателям власти среди вас влияния. Если бы, баракаллаху фикум, вопрос пользы и вреда было бы предоставлено каждому без исключения, тогда какая польза от правителя? Для этого правитель существует. И поэтому даже если тебе в этом есть, кажется, нету пользы и так далее, ты все равно обязан ему подчиняться, баракаллаху фикум. Братья, тот, кто не подчиняется правителям, хуже животных. Валлай, почему? Потому что мы даже видим животный, в каждом стадии есть вожак стаи. Птицы, когда прилетают, прилетают как? Вожак идет, потом за ним птицы летят и так далее. У них такого нету, что птицы летят стрелой, и потом там заднего не пролетел. И вообще мне не нравится, как ты летишь и куда ты летишь. А? И не начинает там, по ходу, делать что-нибудь, зажигать, поджигать там и так далее, там подобное. Машины переворачивать, понимаешь? Поэтому тот, кто не хочет подчиняться правителю, тот хуже животного. Тот хуже животного, валия зубилляна саллаху аля фуляфи. Братья, это Коран, это слова Господа, субхану аллаху. Ва атию, подчиняйтесь Аллах, подчиняйтесь пророку и обладатель власти среди вас. Что касается, баракаллаху фикум, вопроса правителя, ахкамы, какой правитель должен быть и так далее, каким образом человек приходит к правлению, все это мы разобрали в серии уроков подробно, который называется, баракаллаху фикум, разбор аятов и хадисов на тему манхадж. Поэтому тот, кто хочет подробно разобраться с этой темой, возвращается туда и, иншаллах тааля, знакомится с этой темой. Дальше Аллах, субхана тааля, говорит, баракаллаху фикум, то есть имам Багави, извиняюсь, говорит, вакаль ата ата, сказал, «Гумуль мухаджируна валь ансар ват табиуна лахум би ихсан». То есть обладатели власти или же влияния – это мухаджиры, ансары и те, кто за ними последовал. «Бидалил кавли тааля», как на это указывает Всевышний Аллах субхана тааля, «Оссабикуна ля валюна миналь мухаджирина валь ансар». Первые из мухаджиров и ансаров и те, которые опередили остальных. Аль-Ай. «Кавли тааля фаинта назаатум», то есть после того, как Всевышний Аллах приказал подчиняться Аллаху, приказал подчиняться пророку, и обладатель власти среди них сказал, «Фаинта назаатум», если вы станете припираться, а их таляфту между вами возникнут какие-то разногласия, фищай, то есть в чем-то, фищай, обратите внимание, баракаллаху фикум, пришло как накера, в неопределенном состоянии, правильно же? В условном контексте. Аймин амри диникум, то есть если вы начнете примираться в каких-то вопросах религии, вот она азо ихтиляф аль ара, имеется в виду разногласие мнения, у аслюху мина наза, факанна, наза имеется в виду, когда кто-то что-то тянет. То есть как будто две стороны, вот как канаджи тянут две стороны, вот это наза называется баракалуфик. Фаруду аллаху расуль, если вы в чем-то разногласие, то обратитесь с этим к Аллаху и его посланнику. Баракалуфикум под словом Аллах подразумевается к Аллаху, имеется в виду к его книге, посланнику при жизни, к самому пророку, после смерти, к его достоверной сунне. Поэтому тот, кто обращается к недостоверной сунне, этот человек не выполняет приказ. Правильно же? Фарду лиллахи ва расуль. Верните к Аллаху и посланнику. То есть книге и достоверной сунне. Потому что если недостоверная сунна, то ты не к посланнику привел. Точно так же тот, кто при припирательстве возвращается к мазабам, к мнениям ученым голословным, которые не опираются на Коран и Сунну, не возвращается к Корану и Сунне, баракаллаху фикум. Поэтому в этом аяте запрет слепого следования за кем-то, то есть таклид, при наличии ясного довода. То есть если есть ясный довод, то никак, ни в коем случае не говори о том, что, ну брат, вот есть же мнение такое, есть же мнение такое, хорошо, а мнение вот этого такого-то, такого-то, на каком доводе строится? Покажи мне достоверный довод. И тогда мы дальше посмотрим. А если это всего лишь мнение, то это всего лишь мнение. Если же нету ясного довода, то следует делать так, как сказал Всевышний Аллах. Сказал, как фасалю аля дзикри, инкунтум ля талямун. Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Ай или фаруду или лай у расули имам Багави, верните к Аллаху посланнику, то есть если в чем-то припираетесь за вопросах религии, ай или китаби ля его или расули, книги Аллаху и посланнику, мадама хайен, если он живой,
Абада Вафати или Суннати после него, после его смерти к его Сунне. Варадду или Китаву Сунна Ваджибун Инвуджида Фигима. Является обязательным возвращаться к Корану и Сунне при разногласиях, если в них мы видим ответ на наше препирательство, то есть довод на тот вопрос или решение того вопроса, в котором мы препираемся. Фейлям юджат фасабилю иштихад. Если же мы не находим, то это иштихад, имеется в виду, возвращаемся к ученым мучтагидин. Вакиля радду илля Аллахи тааля ва расуля ан якуля лималя ялям Аллаху расуля алям. Также некоторые ученые сказали, возвращать к Аллаху и посланнику. Это если человек о чем-то не знает, то говорит, Аллах его посланник знает лучше. Ингунтум тумину набиля и ва расуля. То есть Аллах говорит, фаинта назатум. Если вы в чем-то препираетесь, то возвращайте это к Аллаху и посланнику, если вы верите в Аллаха и в судный день. И в этом баракаллаху фикум указание на то, что веру в Аллаха и в судный день, на веру в Аллаха и в судный день у того, кто руководствуется доводом Корана и достоверной Сунны. И наоборот, на отсутствие веры у того, кто не руководствуется Кораном и достоверной Сунны, или на слабость веры у того, кто в чем-то руководствуется Кораном и Сунной, а в чем-то нет, баракаллаху фикум, но имеется вот это в чем-то, если у него общее, он признает, что надо руководствоваться Кораном и Сунной. Ну, допустим, где-то он начинает там искать себе форчики и так далее. Аллаху аль-мустаан. Баракаллаху фикум, хорошо, тут возникает вопрос. Если человек живет в стране неверия, как ему поступать? Шейх Утаймин, рахималлаху тааля, ответил на этот вопрос. Вот я, говорит, например, припираюсь с каким-то человеком, со своим соседом, в вопросе, например, каком-то, вот мы, например, участок не разделили и так далее и тому подобное. Как я вот верну к Аллаху и посланнику, если тут нету шариатского суда? Шейх Утаймин говорит, бакин юкаль, осталось нам сказать, то есть по поводу этого аята, инкунта фибалядин ля юхкаму илля белькаванин аль-вадрия, если ты находишься в той стране, в которой используется конституция, кабалядин куфар, как, допустим, то есть то, что не соответствует шариату, когда в стране неверующих, ауман ахаза белькаваним, или же в стране мусульман, но который руководствуется конституцией, перенятой у неверующих, фанталь ан байналь амрайн, байналь амрайн, ты между двумя вопросами находишься, между двумя выборами. Имман яды хаккак, либо тебе отказаться от того, что они судят не по шариату, от своего права. Ва имман тальджеука дарура или тахакум ля гауля, либо же получается, ты оказался в вынужденной ситуации, и тебе приходится обращаться к этому суду в стране неверующих, чтобы они решили твой вопрос. Фхаль яджузу ляка анта тахакум ля гауля, можно ли тебе обратиться за судом к этим людям или нет? Шейх говорит, аль-джавабу кад язару линсани фиаули вахля атинуляйджус анна тахакам иляйм. Первое, что может прийти человеку в голову, что нет, не дозволено нам к ним обращаться за судом. Лянна газа тахакуля тагут, потому что это получается, ты обратился к тагуту. То есть не к законам Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Валяки на куле, однако, шейх говорит, мы не скажем, ляка анта тахакам, ляби атикада на залька хукман мульзам. Ты должен к ним обратиться, не имея убеждения, что их постановление тебя обязывает. То есть решение твоего вопроса от тебя обязывает. Валякин ляжили усуля ля хакак, однако, чтобы вернуть себе свои права. Алязи ля юмкин антас ля ляги ля бихады тарик, ля бихады тарик, который невозможно вернуть себе свои права, кроме как таким путем. Сумма из-за хака муляка бима юафику шар фахуз беги. Поэтому, если они тебе вынесут судебное постановление, такое, которое соответствует шариатскому постановлению, то забери, то есть прими это постановление. Лянну шарула не от того, что они вынесли, а от того, что это шариат Всевышнего Аллаха. Уэйн хака муляка бихиляфи дальки, если же они вынесли постановление тебе противоречит шариату, фаля тахуз беги, тогда откажись от этого права. Вагаза гу альдази яхфазу линнаси хукукахум. И такой подход, говорит, обережет людям, сбережет людям их права. Лянну миналь мушкель и закунта фибальдин, потому что является проблемой, если находишься в стране ля йохкаму, ля яхкуму ля белькаванин, бельканун бадаи, в которой, то есть, руководствуется только придуманной этой конституцией, то есть придуманной людьми конституцией. Уқад шара ля хаза ибн аль-Кайм рахимаху тааля фи ауали китаби турук аль-хакимия. Ибн аль-Кайм указал на этот вопрос, то есть на то, о чем рассказал шейх Утаймин в начале своей книги «Турук аль-хакимия». Точно так же баракаллаху фикум, разбирая дауру китфайт аль-мустазид, мы тоже этот вопрос подняли и прочитали подобную же фатву слова шейх Салиха аль-шейха хафизахуллаху тааля. Хорошо. Дальше Всевышний Аллах говорит, «Инкунтум туминуна билляхи ва льёмил ахри». Если верите в Аллаха и судный день, «Залика ай радду иля Аллаха и Расуля», то есть возвращаться к Аллаху посланника, «Хайрун» является лучше «Вахсун тауиля» и прекраснее по исходу, или же по вознаграждению. «Айхсану маалин ва акибатан», то есть лучше своим исходом и концом «Валлаху алям». Братья, вы заметили, что Коран, субханаллах, не то что тафсир на каждый аят, каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или же несет под собой огромное количество знаний.
Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллах Субхану Тааля проявил тебе милость, и ты изучаешь тафсир книги Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа Субхану Тааля, из дозволения Аллаха Субхану Тааля, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты баракаллаху фикум в исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то есть их толкований, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал, фаляй это дабарун, аль Куран, амаляку любин, аль-фалюм. Неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Или же на их сердцах замки, то есть замки имеются в виду, их сердца запечатаны. Поэтому, баракаллаху фикум, если ты не хочешь печать, чтобы твое сердце было запечатано, а запечатанное сердце, никакое благо не заходит, братья. Баракаллаху фикум, обязательно изучай книгу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум получается и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительные слова Всевышнего Господа, субханаллах Тааля. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаляй это дабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кураном? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا